Сажу Маккинович, меня зовут Жанат, я житель 87-го дома, старший по дому. Двор мы сделали на отлично, мы сами участвовали непосредственно в строительстве площадки. Первый вопрос это по ПХД отходам. В 2020 году их завели с Карагандинской области, с радиолокационной станции. Обгорел, да. В 2022 году их обещали вывести. По сей день отходы находятся у нас в городе. И город очень беспокоится. Я в курсе этого вопроса, да. Вот, только что мне доложили, что есть следующее решение данного вопроса построить мини-предприятия по утилизации. Я поддерживаю такой. Мы будем решать этот вопрос с экологами, так что будет все нормально.